Всем привет! С вами Распаковочка Упаковочки, и мы находимся в ресторане Chicken House, ну, в бистро, да, как он называется, Chicken House. И сейчас вы можете лицезреть не очень довольное лицо моего мужа, но это лицо посвящено мне, а не вам, мои дорогие зрители. Я сегодня очень плохая девочка. Мы покажем, что заказали. Вот. И все равно это вышло на 524 рубля. Так, что ты заказал? Молочный коктейльчик, вот он. Потом, что еще? Кофе. Вот такой кофе нам принесли. Так. Учитывая то, что мы редко, да, ходим по таким заведениям. Я все время так говорю, редко. Редко, часто, как будто это имеет значение, да? А вот такие вот штуки, да, крабики такие какие-то нам пришли огромные. Ну вот эта вот штука, она называется, как же она называется, как-то комбо, все равно комбо, как-то комбо стрит, да, она по 110 рублей. Тут вот такие вот мясные крабики, я так поняла, и эти, как его, картошечка. Мне кажется, это рыба, да? Блин, ты представляешь, я хотела, ну, взять мясо, а получилось, если мы рыбу взяли, ну ладно. Все равно рыба даже, мне кажется, она и полезнее, да? Вот, а что еще? Так, покажи свой чизбургер или как там, что ты там взял? Чизбургер обычный чизбургер. А что тут, перчики нарисованы? Просто внутрь еще добавили перец халапеньо. Халапеньо, так покажи же всем. Всем же интересно. Его не видно? Кому интересно? Кому интересно? Всем интересно. Халапеньо твое. Тысяча лайков и так далее. Так, подожди, салатик, открой, помоги мне, зайка, салатик показать. Что-то миллион, тысяча лайков. Тысяча, да, тысяча лайков. Это салатик «Золотая осень». Мне сказали, что там два салатика, они отличаются только заправкой. То есть вот этот вот, по-моему, с маслом подсолнечным, а тот с чем? С майонезом. Вот. Ну, не знаю, я что-то под конец выбрала этот. Мы как-то все засобирались, быстро надо заказывать, и решили вот так заказать. Вот. Надеемся, что все это будет вкусно. Ну, мы вам обязательно расскажем, что и как, приходить сюда или нет. Скажи, пожалуйста, я забыла, как улица называется, где находится, потому что это мы первый раз в этом Chicken House находимся. Тут он есть вообще? Да я вот ищу на чеке, не могу найти. Не смогу точно сказать. А, улица Ивана Седых, дом 8, вот. Это возле цирка находится заведение. Вот так вот. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо за просмотр, всем пока-пока.